Я знаю то, что вы уже сильно беситесь из-за того, что я так часто рекламирую свой второй YouTube-канал. Я прислушаюсь к вам, и я буду это делать не то, что намного чаще, а я буду это делать только в начале видео. То бишь, вот, второй канал, подписывайтесь, колокольчик, и все, что я от вас попрошу, это подписаться на него. Первая ссылка в описании. Вот, поэтому я надеюсь, что вы этот момент не промотали, и люди теперь знают, что во время ролика больше не будет рекламы второго канала. Потому что я видел, что вы очень сильно бомбите, что вы прям начинаете на меня кричать, прям поднимать голос, правда, я его не слышу, потому что вы это пишете, но я понимаю, насколько вас бесит, когда я реально так часто рекламирую второй канал. Вот, но я не думал, что я за 4, за 5 дней... Я же 5 дней всего рекламирую канал. Я не думал, что я успею, что это успеет вам настолько сильно надоесть за 5 дней. Ну ладно. 100 способов разбить яйцо. Это видос Влада А4. Я вот скажу честно. Не смотрел. Но будет интересно посмотреть. Давайте заценим. Всем привет, меня зовут Влад А4, и сегодня в этом ролике я вам покажу 100 способов... Да, кстати, я напомню, сегодня уже новый ролик на втором канале вышел. Как можно разбить яйцо? А можно погромче? Первый способ во время приветствия. Этот ролик супер экспериментальный, поэтому, ребята, попрошу вас поставить под это видео лайк. Это будет офигенной поддержкой, давайте попробуем набрать 500 тысяч лайков. А вы нам ставьте лайки. Ну что? Погнали. Давай, удиви нас. Оп, батарею. Ребят, я считаю, что это самый лучший ролик. Влада 4. В баскетбольное кольцо. Ой. Не попал в баскетбольное кольцо. Не попал. Тапком. В носке. Скалкой. Я вот... Выстрелом из нерфа. Знаете, я скажу честно, мне кажется, то, что он решил снять это видео, ну, потому что он очень сильно устал, и ему хотелось отдохнуть. Либо Глента Кобяков и Серега уехали в этот день по делам, и ему не с кем было снимать ролики. Возможно, я угадал. Нерфом. Бросить в вентилятор. Подушкой. Между булок. Линейкой. Это Юля была, это рука Юли была, нет? Да, это рука девушки. Ну я не знаю, мне кажется, он реально с Юлей приехал, они быстро это отсняли и уехали. Линейкой. Ламборгини. А, ну да, конечно, еще. Оригинальную Ламборгини он вам. Банковской картой. Зумом камеры. Ну вот это, кстати, прикольно было. Аирподсами. Громкоговорителем. Бэбла тоже витамины! Б! Ребят, я вам уже рассказывал про команду, теперь настало время монтажной комнаты. Не понял. Как видите, пацаны постоянно заняты, поэтому у них совсем нет времени ездить за разными ништяками. Но это и не нужно, ведь... Я немного не понимаю... В смысле? Есть Пандао. Ой, все, до меня только сейчас дошло. Серьезно, у него купили эту рекламу... Вот в этом ролике? Мамочки. Клюшкой. Я ничего не пропустил, погодите. Сухой рыбой. А-а. Клюшкой. Смертельным фофаном. Гитарой. Мне гитару жалко, она по любасу дорогая. Кувалдой. Хотя нет, там была классическая гитара, и она была расстроена. В фотошопе.
Это самый лучший ролик у Влада 4. Пей. Вы понимаете, на этом ролике 1,5 миллиона лайков. И бордом. Бейсбольной битой. Я не пойму, сколько они накупили яиц? Сколько их уже? 100 способов. А, всего 100 яиц. На этот ролик потрачено 70 рублей. Ножкой стула. Шариковой ручкой. Кола плюс ментос. Дубль 2. Вон, молодец. 5-литровиком. Огнетушителем. Книжкой. Идеально, это лучший видос. Ребят, у меня огромная просьба, просто подписывайтесь на нас и включайте уведомления. Иголкой. Об сковородку. Свертухи. Электроскутером. Дротиком. Погодите, это не электросамокат разве? Под срульником. Это Глент. Об мусор. Нет. С рульником. Ноги. Об... Не пойму, кто это. Мусор. Об объектив камеры. Головой об пол. Стоп. А не случайно, короче, это Глент был. Ставим лайки. Быстро. Зубами. Резинками. Ну, почти резинка. Оу, щет! Клавиатурой. Ноутбуком. Ладно, я потом. Нет, это не реклама второго канала будет. Если я пообещал, что не буду во время ролика рекламить второй канал, то не буду. Я просто эмоции по поводу ролика, думаю, в конце скажу. А потолок? Луком. Другим луком. Гироскутером. А, вот он, Гера... А, нет, я тогда другое сказал. Монеткой. Воротами от ангара. Мечом самурая. В унитазе. Об крышку унитаза. Электрошокером. Вау, это круто выглядит. Боксерской перчаткой. Шаром для боулинга. Кегли. Розы. Баскетбольный мяч. Ребят, я не знаю, что сказать. Это просто смешно очень. Это очень смешно. На фоне других роликов этот ролик никак не выглядит. Ножницами. Влад, на фоне других роликов этот ролик никак не смотрится. Зубной щеткой. Хлопушкой. Вау, это было круто. Большими ножницами. Во время бритья.
пятюней. Оу, щет. Слаймом. Кактусом. Раздавить в сапоге. Минус. Гвоздем. Силой мысли. Нет, ну вообще-то прикольно сделали. Нитку в натуре не видно почти. Нет, теперь видно хорошо очень. Пылесосом. Хорошо. Десятком яиц. Пультом. Мне жаль яйца просто. Мышеловкой. Блин, меня во сне укусил комар. Хотя у нас на улице очень холодно. Я не понимаю, почему меня кусают комары. Ребят, прекратите меня кусать. О, вот это прикольно было. Лайком. Кстати говоря, реально, ставьте лайки. И на наш с вами YouTube канал основной подписывайтесь, если еще не сделали этого. Скоро днюха у меня. И, конечно же, подпиской. Подписывайтесь, пожалуйста. Да, мне, кстати, очень приятно. Спасибо. Делайте кнопочку серой, чтобы было написано «Вы подписаны». Газовой горелкой. Ребят, я даже не знаю... О, господи, что же вам... Что же... Какие эмоции я испытываю сейчас? Это, конечно, смешно. Ладно, давайте... Сверло. Но это никак не строится на фоне других роликов. Ну вот никак. Ну, реально, мне кажется, у него какие-то проблемы были. Он бы просто так 100 способов разбить яйцо не выложил бы. Это невозможно. Да еще и с рекламой Пандао. А Пандао это наподобие Авито. Система такая. Ну, приложение наподобие Авито. Это я знаю просто. Но она не популярна нифига. Вот. Чтобы рекламу эту вставить в 100 способов разбить яйцо, очень странно. Может быть, он для этого и снял 100 способов разбить яйцо. Бам. Напишите комментарии, кто че считает. Об угол двери. Айфоном. Мне твой айфон жалко, Влад. Кувшином. Ну и кувшин минус. Бумажным самолетиком. Спиннером. Ужас, какое старье. Ужас, говорит, какое старье. Теннисной ракеткой. Геймпадом. Фрисби. О, молодец. Попал. Бицепсом. Очками. А. Пнуть. Ключом. Чековой лентой. Ребят. Бриллиантовой кнопкой. В Майнкрафт. Да! Это было 100 способов, как разбить яйцо. Прямо сейчас, ребята, спуститесь в комментарии и напишите способ, который вам запомнился. И... Напишите комментарий, почему Влад снял 100 способов разбить яйцо. Я вот что хочу спросить! С вас! Реально огромная просьба подписаться на наш основной YouTube-канал. На второй YouTube-канал тоже можете подписаться. Первая ссылочка в описании. Вот он, это наш второй канал. Там уже вышло новое видео, поэтому... Спасибо большое, что досмотрели до этого момента. Или понравился больше всего. Вот давайте, прямо сейчас, очень интересно. Ну и конечно же, если вам понравилось, давайте соберем 500 тысяч лайков, потому... Он тогда просил пол-лимона. Потому что этот формат очень экспериментальный и надеюсь на вашу поддержку. Ну что, спасибо, что досмотрели до конца. С вами был я, меня зовут Влада 4. Всем пока! Слышь, пацан! Короче, я не знаю, но мне понравилось, прикольно.
Прикольно. Конечно, на фоне других роликов не строится, говорю честно от себя. Но прикольно. Не, это смешно, но это не строится на фоне других роликов. С вас лайк, комментарий, подписочка на канал. И самое главное, первая ссылка в описании на второй. И всем пока.